Баскетбольный клуб «Университет Югра» в четверг сыграет матч второго тура российской суперлиги. В Сургут приедет бронзовый призер турнира «Темп Сумс УГМК» из Ревды. На старте чемпионата уральцы в гостях добились победы над Новосибирском с результатом 86-79. Наша команда на домашней площадке уступила «Уралмашу» со счетом 83-90. Встреча пройдет 18 октября на паркете спорткомплекса «Энергетик». Ну, мы не видели эти команды. Мы не видели. В течение обстоятельств нам пришлось работать в Сургуте в этом году, сборы проводить. Поэтому мы только следовали на турнир. Мы знаем несколько команд, а остальные команды мы не видели. Поэтому будем в процессе, в тренировочном процессе, будем просматривать игры, будем уже... Чемпионат только начался. Я говорю, никакой трагедии не надо делать.